Ой-ой, бандиты, на 5-6 сервере Fury Rust только что произошел вайп. Остальные сервера вайпнутся завтра в 12.00 по МСК. Кстати, на Fury теперь заниматься фермерством и рыболовством крайне актуально. В городе появился персонаж, городской скупщик, у которого можно обменять пойманные и выращенные вами продукты. В данный момент список выглядит так, но он будет расширяться. Ну и промо не забудь, ссылки в описании. Угу. Понятно. Ковыряет бомжа. Надо помешать. Ну-ка, давай, сейчас мы с тобой разберемся. Угу. Жирь, жирь. Сейчас спокойненько в туннелях надолблю себе ресурсов на дом и потом вылезу отсюда. Залив, то, что нужно. Пологий берег, где можно строить большие конструкции на достаточно ровной площадке. Для начала надо будет откинуть кибитку. 2 на 2, самое то мне хватит пока что. Хорошо, что хоть на ящик хватило. Можно немножко поскидывать будет компоненты. О, печка лежит. Что так мало жира? Стой, жир. Стоп, плиз. Да куда ты убегаешь, мужик? Что такое? Потому что у тебя есть жир. На печь. Что непонятно-то? Еще один бежит, еще один бежит. Во-во-во. Воу. Да откинься ты уже, вот. Что-то жира с них хрен да ни хрена. Я так на печь буду копить миллион лет. Надо найти ткань. Блин, ткань всю бомжи выбрали. Теперь я вот бегаю по всему району. Угу. Медведь. Короче, отменяется крафт спальника. Ставлю на мишку. Лук. Стрелы. И пойду добывать себе жир с тканью. Ух, хорошо-то как. Все, я теперь в безопасности, спальник есть. Прям доставка к дому, да? Я не против, Миш, я не... Блин, стрелы закончились. Ты серьезно? Сколько этим медведям стрел нужно? Все, давай, 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 все, блях. Отлично. Ну, жиром я себя на долгие годы обеспечил. И мясом, топорик. Run, man, run! Он убегает от еще чуваков. Блин, его убил другой. Да что такое? Не трогай! Охреневший. Что там? Ничего и нету, да? И второго тоже нет. Надо поднять бедолагу. Ага, обращайся. Так, и зарядить. Все. Надо мутить себе ресурсы на дверь, пока в двух буду плавить металл. Отлично. Верстачок есть. Негодяи. Так, лук есть. Оу. Нет, чувак, полежи-ка ты-то вот так. Там еще он один бегает. Ой, да бегает все. Готов. Ну, у тебя даже какие-то ресурсы есть, спасибо. Тут еще один что-то крадется в приседку. Иди отсюда уже. Доели. А это что такое бежит? Ой, убегает, разворачивается. Не, теперь уже не убежишь, брат. А он в кустах сел, серьезно, а зачем? Одетый, что у тебя тут? О, так тут мой лут частично. Вон мой топорик, да? Спасибо, что все вернул. От души. Кто-то топает, двое причем, по-моему. Трое даже, серьезно. О, один. Ну куда ж ты убегаешь-то теперь, братишка? Что это такое? Где он? А, вот он.
копьем. Готов. Нифига себе, у него тут копьев, а зачем? Отъедаюсь. Второй, да? Их все-таки двое, что ли, было? Или трое? А, он тоже с копьями. Воины копья, я понял. А у тебя есть ресурсы? Еще камень. Мне кажется, камня очень много потребуется. Копья пока сложу, может пригодятся. Стой, брат, стой. Я видел, ты что-то фармил. Ну да, деревце. Тоже нормально. Ого. Ничего себе домик. Как хитро заныкан меж камней. Прям никто не догадается, что он здесь есть. Время посерьезнее оружку крафтить. Кто-то топает. Пошли на переработчик. Двое или один плавает. О, бежит. Ай. О, нормально тут и компоненты, и горючка, и да и все нормально. Лук беру и валю отсюда. А где же второй его? Почему бы и нет? Stop, man. Stop, man. I can help you. Take. Уже 200 с карапом. Я так на второй верстак быстро накоплю. Топот. Двое. Что ж так не метко-то, Дмитрий? Один готов. Второй остался. Вот он. Ай, в натуре третий, твою мать! Еще в жопу мне воткнул эту стрелу. Обходит. Нет! Как так? Как меня калит эта муза, эти звуки в расте, боже, сломанные. Кто-то с собачкой воюет. Жалко. Ну и чё? Угу. О, у тебя ресурсы, карточки, все дела, почему бы и нет, лишним не будет. Не дают мне сходить переработать компоненты. Лучник, я понял. Сидит на заборе. Ну, сейчас мы с тобой разберемся. Ага, ага, очень метко. Ау! Готов. О, сколько камня. Вот камень, да, камень нужен. Вы дадите мне с ним переработать? Гитара нахрен не нужна. Попытка номер 3. Ой-ой-ой-ой-ой. Полежи, братан, полежи. Еще компонент. До свидос. Ящиков уже не хватает. Миш, как у тебя дела вообще? Рассказывай. Ой-ой, бандиты, давайте так. Вот вы сейчас ставите лайк просто потому, что я не записываю минутную пролетку с нытьем про мотивацию. Я все сказал. Победитель прошлого конкурса. Новый конкурс на такой скин. Чай, бутерброды, ты знаешь. Чел бежит. Ну, они просто начинают фармить эту дорогу с края. Вот и попадаются здесь все. Ну, такое, боже, откуда все эти копья берутся-то, а? Действительно, вай. Бомжа атакует. Ну ладно. Why you attack naked? This no beautiful. Goodbye. О, он что-то крафтил. Лук. А, бомж фармил. Забираю свои слова назад. Сколько ж людей он загубил-то, столько черепов. Ого. Нормальный подгончик. Мне нужно как минимум 3 ящика камня на постройку своего дома. Поэтому надо искать лодку и плыть фармить в зиму. Тут просто нет столько камня. Так, и x3, поэтому мне нужен, получается, один ящик, а не 3. Там челы у дома бегают, надо быстрее камень занести. Шестеренки на гаражке, почему бы и нет. Вдали лодка плывет.
Надо рашить, наверное, его. Прячется, у него, походу, нет оружки никакой, надо подплывать ближе. Бобовка, серьезно? Ау! No, fuck. Axe, why, Axe? Oh, shit. Why you lost Axe? Почему всяким бомжам падают топовые топоры, а мне нет? Ну, камня уже, мне кажется, достаточно. Я не пойму, один рейдит? Да не, двое. Угу. Сейчас у меня патроны каменные будут, видимо, много. Я думаю. Да, два чела долбит. Готовы. 24 патрика, почему бы и нет. И еще 17, неплохо. А потом чуваки придут, да, грызуть, можно будет еще их гопнуть. Перекушу. Так, ну, почти ящик. Камни у меня есть, это где-то больше сотки получается, да? Что, они перестали рейдить, что ли, я не пойму. А, не дорейдили или... Шкаф нет. Не додолбили, что тут произошло. Ладно, можно посидеть их подождать. Нет, что-то сидеть, смотреть на лошадиную задницу и ждать их неинтересно. Пойду я за огненными, наверное, стрелами и сам этот шкаф дорежу. Может, там правда есть что. Главное успеть раньше них. Стрел 8, наверное, надо. Так, чтобы горело сверху. Очень неудобно. Горит? Горит. Ждем пацанов. Еще 9 хп. Чуть-чуть вот так вот. Кто-то болтает там что-то. Нет, какой-то бомж, видимо, мимо бежит. Ну, есть какие-то ресурсы, в принципе, неплохо. Да, это совсем бомжик. Перекус. Кругом одни плюсы. Как-нибудь так. Надо подальше отойти, я думаю. Как-нибудь вот пропрыгать, чтобы... И вот так вот чуть-чуть в воде, чтобы фундаменты были. Центр. И погнали расширять его. Щели оставлю, чтобы экономить древесину. Ну вот, вот. Я думаю, что... Блин, нам не хватит точно на это ящик камня. Уже несколько стаков камня закончилось, боже. Так, воду в шкаф ставить нельзя, понятно. Ну да, как-то так. А, я тут не застрою, получается, да? О, эти бомжи достали. А если я сначала вот так сделаю? Да, застраивается идеально. Все сходится, надо тогда дальше все это апнуть. Здесь будет дырка для входа. Ну что, это выглядит очень даже прикольно. Мне нравится. Балки придется ставить. Стейбл не хватает. Здесь будет бортик, наблюдательный пункт, так сказать. Камень-то я нафармил, а вот про дерево совсем забыл, да. Все самое необходимое скрафтил, двери фигери. Здесь мне нужен потолок. Проемчики все.
и вышка. Так получается, стейбл мне не хватит. А если я вот этот треугольник удалю и поставлю здесь квадрат? А, вот квадрат, кстати, да. Между ним, наверное, треугольник-то соединится, я думаю. Да, треугольники соединяются. Отлично, все. Верх готов. Ну а что, уже прям очертания видны. Мне нравится. Ну-ка, с расстояния. Если на это глянуть. Да-да-да, то, что надо. Уже темнеет, а я все еще не достроил свою постройку. Здесь будет подъем еще выше, я там буду забираться, получается, по веревкам. Как-нибудь вот сюда поставлю. Ага. А, ну да, молодец, Дима. Конечно, конечно, именно так это должно выглядеть, да. Ну и все, витрины поставить, туда костры, и будет у меня маяк. Будет светиться. Да. Очень даже неплохо. What the fuck? Do you live here, you fucking bastard? Че он обзывает мою базу и меня? Why you so angry, man? Why? Где он есть? Я хочу ему пулю в голову вогнать. Вот он. Хам. Офигевший. Вот так вот, и здесь будут эти нити. Бежит, бежит, бежит. Ну и чё вот он бежит? Да, отдохни, да-да. Бла-бла-бла. Лесенка. И вот сюда вот эти решетки. Во-во. Всё. То, что надо. Я теперь аккуратненько вот сюда как-нибудь да... Опа! Все. И наверх. Не очень просто, но годится. Верстачок, чтобы залазить можно было. И можно потихоньку переносить все вещи, ресурсы и, так сказать, переселяться. Уже в этот дом спокойненько. Ну, уже утром это буду делать. Во, пока здесь посижу. Отличное место. Эти дряни не нужны, здесь будут лодки там припаркованы, всякие такие штуки. Очень не люблю я все эти штуки переносить, прям супер не люблю. Из дома в дом. Так, куда-нибудь бы это поставить, вот сюда, наверное, в рядок. Дверь закрой. Получается, мне нужны буры, чтобы сдолбить часть своих фундаментов, которые я нечаянно поставил. Побегу в аутпост. Только я могу додуматься бежать через всю карту за бурами. Потрясающе. Выдалбливать свои фундаменты. Пока вроде тихо. Картошка. Жалко, она воды мало дает. Мне бы сейчас воду. Чел. Не сразу стреляет по мне. Понимаю. Why you attacked me? It's not normal. У тебя еще и ресурсы были. Понятно, понятно. Можно немножко передохнуть. В Беннеткэмпе. Ой, какая там стрельба. Как хорошо, что мне не туда бежать. Это радует. Вертолетик, лети уже, а. Ну, на два боя хватит уже неплохо. Думаю, да, двух мне будет достаточно. Для моих целей. И вертолет этот летает. И люди какие-то там бегают. А у меня слишком ценный лут. Я не смогу просто еще раз пробежать весь остров. Да, чуваки, заходите уже в дом. Да не выходите, а заходите. Светает, блин. Короче, надо бежать. Вертолет вроде далеко уже. Все. Педаль в пол. Пока они там воюют, тем более. Ну и все, надо начинать выдалбливать. Это длилось какую-то вечность. Ну тут вот еще один. Я понастроил, просто идиот. Спальничек. Ну и что ты там?
Please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me, please don't kill me. Just naked, just naked, I just want, please, Болтун. Здесь где-то была лодка, мне как раз надо ее домой загнать. О, олень, привет, а ты тут лодку не видел? А. Куда ты дел мою лодку? Эй, куда ты пошел? Боже. Ну, очертания маяка видны, да, еще было зажечь. О, там война. Короче, надо быстро в кибитку скинуть ресурсы и пойти получить свой лакомый кусочек. Там пацаны явно с лутом. Готов. Ножик. Ну да, двушки, оружка тут, в принципе, есть. Трубы. Почему нет? У меня тут конструктивный недочет, походу. И как мне туда заезжать? А, не, можно, можно. Со скрипом, но можно. В следующий раз надо будет иначе строить. Ой. И тут что-то тесновато. Но я это, не дорассчитал. Надо было еще на фундамент шире строить. Тогда бы здесь было уютнее. У меня, кстати, прилично получается бобовок. Можно будет что-нибудь такое погрейдить, да. Домик какой-нибудь. Ну, вот это неплохой дом, но мне не нравится то, что... Двери тут другие стояли, не эти двери. Тут стояли две мозаики. А сейчас другие, как будто вы рейдили. У этого обидчика бомжей что там. Но у него как дом стоял 2 часа, так и стоит. Ни дверей металлических не появилось наверху, ни решеток, ничего. Вряд ли у него есть развитие какое-то. Пойду к пацанам в этом схожу, в камнях. Может, у них что интересное? Ага. Коптер. Надстройка на потолок. Но бока не расширены. Может быть, вот у них что-то и есть. Плюс это достаточно дешево. Всего-то мне потребуется сачели 11. Если в стену. Надо начинать крафтить потихоньку. Ну да. Оу! Они еще и мины повсюду растыкали. Как хорошо, что я отожрался перед тем, как сюда идти. Ну и ладно. О, картошечка растет. Ну вот в эту низине стену и начну. Тут меньше всего будет видно взрывы со стороны. Никто даже не увидит там, да? Что тут что-то бахает, светится, мигает. Вот куда-нибудь на стену накидывать. Я вот тут подумал, что, по-моему, я на фундамент понакидывал, а не на... Да, блин. Ой, одну сачелью лишнюю потратить придется. Две даже. Придется докрафтивать идти, да. Да? 37 даже пулями достреливать не хочется. Все, две. Лучник-ассасин. Ну ладно. А чё он обзывается? А чё ты тут бегаешь? Фундамент готов. Ну и лутерумы, да. Нифига, пацанов, аж второе. О, сколько камня. Из-за фундамента придется расстраивать, иначе все. Не обойдусь одним фундаментом. И вот так квадрат тогда. Все тапнуть. Все, и дверцу. Отлично, можно изучать лут. Только шкаф вот так поставлю, загоражуем вход, мало ли. И замочек. Не. Во. Так, ну что, пацаны, у вас тут есть рассказывать? И трое вас, значит, да? А чё дом такой унылый? Камню до хрена, могли бы и расстроиться как-то побольше. Камни на огромную базу. Серы 5000, уже неплохо, уже почти в ноль вышли. Оружка, патронов прилично, кстати. Инструменты. Охренеть, сколько компонентов. 10 берданок можно скрафтить. Это я могу крафтить... Сколько скрапа? 1200, охренеть, я могу сделать третий верстак и крафтить разрывы. Плюс на берданке есть бодики. Пацаны, мне нужно сказать вам пока.
Как бы ничего личного, но патроны я у вас тоже заберу, пожалуй. Удачный дом, удачный. Прям супер удачный дом. Давно у меня таких окопов не было. Я прям доволен. Металл еще. И еще 5000 серы. Это отличный окуп. Все. Для начала всякий мусор перенесу. Наклейки на стену. Сколько у меня наклеечек. Все, теперь у меня дома уютно. Ненавижу переносить. Так, и куда бы его поставить, этот верстак-то, а? Ну и нормально пойдет. Нормальное такое место. Это в корне не вяжется с историей маркетинга. Пришло и отжало. Блин, погоди, Стас, короче, я все понимаю, но... Тут мешают тебе смотреть и нормально фармить. Наконец-то коп так нашел. О, какая база расстраивается, огромная, офигеть. Многослойка. Оу! Они еще и с болтами онлайн. Понимаю, понимаю. Надо сваливать. Пока сюда куда-нибудь поставлю, надо горючего еще взять. Ищу домик на рейд очередной. Они все еще строятся. Что там у пацанов? А, опять целят в меня. Я развернулся, блин. И сразу в жопу патроны. Я пстесный, я не сомневался в этом даже ни секунды. Ладно. Сейчас мы подойдем поближе, посмотрим. А, они меня бегают ищут все это время? Серьезно? Даже с кем-то воюют? Понимаю. Бежит, бежит, бежит. Готов. Офигеть, у него сет заряженный. Еще и скины 1040. А где у него оружка была? Калаш или что-то типа того? Блин, факел не хочу зажигать, себя палить. А, во! Светает не очень вовремя, если честно. Ау! Понял. Меткие ребята. Лошадка меня убить пытается. Спаси меня, пожалуйста. Только главное к дому не привести, к маячку, к моему. Гераем. Блин, тут сюда отъеду. Где-нибудь отсижусь. О, кстати, коптер. Надо будет потом забрать. Ну, я достаточно долго сижу, вроде погони нет. Там вот челы на переработчике. Там вот чел на переработчике. Хазматчик. Надо подойти поближе. Метка, Дмитрий, метка. Где он? Фига он быстро и туда уже перебрался. Лег наконец-то. А, вас двое было. Я думаю, че он так помирать-то не хотел? А их оказывается двое. И все на компонентах, на скрапе, боже. Вот этого, ребят, не вовремя, конечно, на меня попались. Прям супер не вовремя. Не повезло. Надо еще с хазматы забрать, пригодятся, и оружку. СМГ, у этого тоже СМГ, походу, да? Ага. Все, и коптер валим. Домой, Дима, домой! Ау. Ну, не очень аккуратно. Так, ну что? Я пришел. Смотреть вашу интересную базу. Ага, 1 000 000 буферок. В центре МВК там, походу, лут будет, да?
с кучей дверей. Ну да, похоже на то. Здесь отстрелочные эти дефовые. Очень умный дом, походу. Я в кланах, правда, мало чего понимаю, ну да. Его нужно рейдить, этот дом. Иначе они потом зарейдят меня. Нужно распространение этой заразы остановить. Чё-то он там говорит, болтает. Окей, let's talk him, man. You live here? Токен. Токен. Слушай, это кинорол, что ли, американский? Pussy. Очень похож, кстати, да. А чё он обзывается? Я ему ничего не сделал. Надо брать взрывчатку, короче, рейдить, пока дом не расстроился. Докрафчивай, сколько там на МВК тысячу надо. Сет готов. Патроны. А вот и я, домик. Пойдем разбираться с тобой. Надо сломать, короче, эти все преграды деревянные. Во. Придется ночь пережидать. Не хочу в ночи рейдить. Надеюсь, что там будет дверь за камнем. Надо все берданки перезарядить. МВК стена. Облом. Ладно, вот в эти надо подолбить тогда. Не хочу так МВК выдолбить, это супер долго. Ну, есть еще небольшой шанс. Дверь! Yes. У, это прям повезло. Главное, чтобы никто не пришел. Ну, это заготовка, как я и думал. Да, это не основное здание. Ну, окей. Шкаф есть доступ. Хорошо, даже окно не поставлено. Тут какие-то ресурсы. Есть немного серы, немного пороха, МВК. Надо застраиваться, короче. До свидос. И замочек. Пока это все сюда скину. Надо искать, откуда они пришли. Томпсонов сколько? И третий верстак еще один. Отдуреть. Ну, все равно хорошо. Получается, что дом их где-то там. Больше всего подходит вот этот. Ну, похоже, как минимум, потому что тоже скинов нет на дверях. Металлический потолок. Придется идти докрафчивать, да? Патроны. Ну ок. Так, вот сера. И вот еще у меня прилично сера. Так, ну что, погнали. Ой, вертолет, лети уже отсюда, а? Для ускорения процесса. Как надоели тебе данки ломаться, ужас. И тут у нас куча дверей, какие-то ящики. Ну да, лут такой, это походу не их база. Немножко металла. Ну их дом я теперь вряд ли найду. Фигня. Скрапа прилично. О, тело. Нет, не тот ник. Эх. Ну я теперь их не найду. Они, видимо, откуда-то издалека прибегают. Все дома на сервере не перерейдишь. Но до шкафа все равно нужно добраться.
Я иду. Починю берданки, еще патронов подкрафчу. Так вот. 260 на дверь еще одну. Ну, какие-то ресурсы есть, не то чтобы много. И тут у нас... А, ну вот теперь моя окупаемость, да. Встала все на свои места. Хотя компоненты есть. И на том спасибо.